Господа, на улице нелетная погода, но мы отправились в поездку, потому что мы сегодня купили для нашего канала вот такой материал. Это самая лучшая ДК второго класса из Советского Союза. Это ДК Карат MP201 стерео. Что ее делал самой лучшей? Ее делал самой лучшей Япония в лентопротяжнике. Дорогие качественные конденсаторы, ну и военная приемка. Поэтому в Советском Союзе эта ДК стоила даже дороже, чем Вильма 104 стерео, то есть первого класса. В Советском Союзе эта ДК стоила 1500 литров бензина, а мы ее купили за 20 литров бензина. Дешево? Я думаю, да. Поэтому и поехали в такой снегопад.